Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня продолжаю взрывать крутую пиротехнику. Смотрите, вот столько петард осталось. Взрываем этот бидон. Кто не видел предыдущую серию, обязательно посмотрите предыдущие серии со взрывами такого бидончика. Было очень интересно и насыщенно. Взрывали супер мощные петарды. Здесь было, напоминаю, где-то топ 150 петард. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Будем продолжать взрывы. Посмотрите предыдущие ролики, кто не видел. Так, давайте что-нибудь такого быстренько возьму. И начнем, потому что все мокрое. Не хочется, чтобы петарды просырели и я их не взорвал. Поэтому давайте. Беру все разненькие. Так, взрываем вот такую гранату. Посмотрим на нее, на что она способна. Так, пока пойдемте. Давайте гранату. Здесь мы взрывали уже одну гранату. Она классно взорвалась. Давайте эту взорвем тоже здесь. Так, забросим ее туда. Выдираем чеку при вас. Не знаю, белые обычно не взрываются, но хотя бы дым есть. Давайте посмотрим. Дымуха тоже неплохо. Ух ты шо. Бабахнуло. Кусман целый отлетел. Смотрите. Вот это да, еще дымит, слышите? Воняет капец. Вон там она рванула. Так, давайте покажу, где будем взрывать. Будем взрывать здесь. Здесь мы уже взрывали, такая воронка получилась. Давайте немножко подальше. Будем вот тут бахать следующий набор петард. Крутой. Так, первое, что достал, Корсар 4. Так, беру зажигалку и погнали. Весь мокрый капец. Снимал предыдущее видео, было очень интересно, так что зацените лайками, ребят. Старался для вас в такой дождь снимать крутые видео, чтобы вы не скучали. Сели, смотрели в теплом доме мои крутые насыщенные ролики со взрывами крутой пиротехники. Ну уже давай. Дымить там очень долго. Не хочется подходить, сейчас рванет 100%. Ого. Еще так неплохо. Обычно Корсар 4 так не взрывался. Класс. Так. Хороший первый взрыв. Значит, начало будет отличное. Так, следующая петарда К-05. Извиняйте, что такое грязное, потому что, ребят, здесь все мокрое, все липкое. Все в земле какой-то. Так и приходится снимать. О, смотрим взрыв. Есть такое. Так, берем следующий. Так, это у нас, по-моему, очень быстро взрывается, так что нужно побыстрее. Так, где тут место нашего? О, видите, Корсар 4 обычно не мощный. К-33. Ну, посмотрим на этот К-33, что он из себя представляет. Вот такая петарда должна быть со вспышкой и с эффектом свист. Странно, как этот дымный Корсар 4 оказался мощнее такой петарды. Вот, ну факт. Так, достаем еще. Так, достался у нас П-2000. ПТ-7. О, П-2000 должна лупануть хорошо. Так, может быть такое, что затух, поэтому не будем подходить. Давайте смотрим, что еще в кармане было. П-150, уже фитили сырые, опасно подходить. Так, освободили бидон, давайте дальше. Взрываем этот топ П-150. Тоже мокрый.
тоже намок, зараза. Ладно, возьмем крупнее. Петард вот таких вот. Вот, давайте красота 6, 7. Где-то и 8 проверим. Посмотрим, как они взрываются. Так, пока накроем. Так, первый будет красота 6. Так, P150 в сторону. Красота 6. Первый в бой. Что это? Намокает, зараза. Ладно. Надеюсь, красар 7 не так прострел. Так. В сторону. Берем красар 7. О, хороший фитиль. Ничего себе лупануло. Вот это я понимаю мощь. Жаль, предыдущие петарды не взорвались, но ладно. Так, бидончик хорошо себя показывает. Так, следующую. Следующий у нас корсар 8. Посмотрим, что он себя представляет. О! Пошла запалка. Тоже неплохо пошел. Отлично. Давайте дальше выберем. Мокреет и мокреет все. Ребят. Давайте вот такую возьмем. Испаночку и... Так, что еще? Забахать. Смотрите, есть вот такие петарды. Во. P2000. И давайте что-нибудь большое. Вот такой страшную силу. Бахнем. Так. Надеюсь, она не отсырела, потому что она со вспышкой. Хочется ее бабахнуть сейчас. Так. Берем. Есть такое. Ты шо? Так, по-моему, на фокус попала вода. Да, немножко вода попала. Так, принес бидон. Смотрите, как его тут сплющило. Вот это да. Ну что, сейчас мы его еще бахнем пожестче. Непослушный бидон. Так, вот такая петарда комета. Так, что-то вода, походу, на экран попала. Нужно все протереть. Так, все протер. Давайте дальше взрывать что-то покрупнее. Так, есть у нас вот такой бенджер. Бенджер лютый, просто взрывается хорошо. Давайте его сейчас бабахнем. Посмотрим полет. Отлично пошло. Так, и вся надежда на эту петарду. Надеюсь, она не отсырела. Да, здесь фитиль загорнут. Завернут был. Давайте установим. Отлично, чтобы рвануло. Так. Сейчас должен быть просто лютый взрыв. Ты шо, вот это полетел. Прямо аж не видно.
Ты что, класс. Давайте посмотрим. Блин, вот это его долго искать. Вот он. Валяется. Посмотрим на него. Как мы его тут разбомбили. Да. Ноги мокрые, капец. А я еще хотел здесь походить, повзрывать, наверное, в следующий раз. Так что напишите, ребята, какие петарды брать просто для взрывов. Хочу на такую погодку повзрывать просто взрывы. Классные взрывы сделать для вас. Чтобы вы посмотрели мощных. Вижу, знаю, многим нравятся просто взрывы. Интересно, чтобы смотреть. Я думаю, такое всем зайдет. Так, вороночки здесь, которые мы взрывали, смотрите. Какая воронка осталась. И еще кусок петарды здесь внутри, которая взорвалась. Во. Так что гипсом, заглушками к себе не ложите петарды, потому что попадет, будет очень больно. Так, смотрите. Стреляет эмаль. Вот такой бидон. Ну что, у нас там осталось еще много петард для следующего теста. Давайте я вам покажу. Так. Все уже мокрое, но думаю, еще успею доснимать. Вот такой видос получится, не знаю, последний или предпоследний, посмотрим. Думаю, будет очень интересно, так что, ребят, присаживайтесь поудобно. Если вы начали смотреть с первой серии, думаю, продолжение уже есть. А кто еще не дождался продолжения, обязательно подпишитесь на канал. Также подпишитесь, ребят, на второй канал, ссылка на него будет здесь. Также внизу в описании, на втором канале выходят также достойные видео. Как и здесь, очень интересные какие-то рубрики классные, поэтому, думаю, всем понравится. Зайдите, посмотрите, подпишитесь, не пожалеете. Ждите продолжения, ребят. Кто хочет побыстрее, пишите слово «хочу» в комментарии, постараюсь для вас выпустить быстрее. Не забудьте посмотреть здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Ставьте пальцы вверх, с меня новое видео. Пока-пока, жду следующих новых видео. До новых встреч.